Ну а прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, узнала наша съемочная группа. Что в вашей жизни происходит интересного, что нового? Я через 2 дня улетаю в Турцию отдыхать наконец-то. А я через неделю уезжаю в Сочи. Мы приехали сегодня в Саратов, покатались на хип-хопе. Приехали к бабушке в отпуск. Я приехал в Саратов познакомиться с родителем девушки. Мой друг забил сегодня 2 мяча и принес победу саратовскому Соколу. Стал чемпионом России по карате. Закончил бакалавриат и поступил в магистратуру. Чехол купил на телефон. Провел неделю в Москве. Вот сделал себе татуировку. Целое лето работал на теплоходе. Я езжаю в Германию, во Франкфурт. Я устроился на работу, получил должность младшего консультанта по химической зависимости. Приготовила вкусную солянку. Убралась дома. Ну, у меня и прическа новая, все новое. Завтра свадьба у моей подружки. Поженились недавно. Сходил в кино. Моя самая главная новость, я наконец-то еду на пляж купаться. Ребенку у меня сегодня день рождения.